Ежегодно Республика Калмыкия принимает активное участие во всероссийской акции «Сохраним лес». На трассе Элиста-Минводы в 15 километрах от Элисты специалисты регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками Южноевропейской научно-исследовательской лесной опытной станции, автономного учреждения «Калмлес» и калмыцкого лесничества произвели посадку вяза, белой акации, крымской сосны, кустарниковой аморфы, черешчатого и красного дуба и высочайшего айланта.